Михаил Мень посетил ТЭЦ-3 с инспекцией инвест-вложений. Губернатору показали несколько реконструированных корпусов здания, автоматизированное производство, рассказали о новом виде ингибитора для обработки воды. Сегодня здесь на ТЭЦ-3 запущен интересный агрегат, который ионно очищает эту воду и, соответственно, уменьшает теплопотери. Благодаря ингибитору вода почти не разрушает трубы, не дает им ржаветь. Плюс химикат еще и в том, что он абсолютно безопасен для потребителя. Сотрудники теплоцентрали рассказали губернатору и о новой системе автоматического мониторинга турбоагрегата. Здесь участие человеческого фактора почти сведено к нулю. И все можно посмотреть. Полная архивация и все действия машиниста, и все действия оборудования, они все записываются. Тоже датчики стоят? Да. Обзорная экскурсия – не единственная цель поездки властей на предприятие. За закрытыми дверями прошло обсуждение огромного долга города перед Гортеплоэнерго. Сумма составляет 500 миллионов рублей, что в 3 раза больше долгов за аналогичный период прошлого года. Есть проблемы по системе учета, да, у города. Есть свое мнение относительно, сколько им необходимо, сколько они потребляют тепла. У, значит, предприятия свое мнение. Мы сейчас вот разбирались на этот счет. Поскольку опять та же проблема, что базовых приборов учета нет и есть непонимание, но с этим нужно работать. Скорейшее решение проблем с долгами в интересах ивановцев. Если сумма будет только увеличиваться, остро встанет вопрос об отключении горячей воды и отопления. Так как 70% стоимости продукции ТЭЦ – это стоимость топлива, которое будет не на что закупить. Попытаюсь вас заверить в том плане, что в этом году мы по возможности горячую воду вообще не отключим. Пока мы стараемся прикладывать максимальные усилия для того, чтобы наш любимый потребитель был обеспечен тепловой энергией. Губернатор отметил, что видит у городских властей правильный настрой на разрешение этой тепловой задачи. Дискуссия с руководством предприятия возможна. Движение вперед есть. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.